Слышал? Барабаны для меня стучат. Почему? Потому что я Денис Байков, и я новый ведущий медиа-лиги. Дорогие друзья, сегодня мы посмотрим, как будет играть чисто Питер и десятка. Посмотрим, кто будет лучше, а самое главное, что я вам здесь и сейчас покажу, что происходит на поле в тот момент, когда не идет игра. Смотри. Миш, мне сказали, что в данный момент времени ты можешь нам помочь, подсказать вообще, что происходит сейчас на поле, что они делают, почему они аплодируют. Смотри. Пожалуйста, две секунды, да нет, расскажи на самом все. Деле разминка команда, это наши болельщики. Болельщики чисто Питера. Прекрасно, здорово. Сколько это времени будет занимать? Ну, где-то минут 30, разминочка, потом возвращаемся в раздевалку и выходим уже. Когда поговорить с кайфом можно? Вот так быстренько хотя бы вот это перед матчем настроить спросить. Ну да. Ну, можно во время вот разминки у кого-нибудь поспрашивать. Поэтому здорово, слышишь, здорово, здорово, что ты оказался первым. Ты мне скажи, какой настрой? Нет, скажи, какой настрой. Боевой, конечно. Да, хорошо. Победа. Ты сделаешь? Будем стараться. Ты на какой этой защите или где ты играешь? Впереди. О-о-о, я буду кричать сегодня, братан. Пожалуйста, сделай сегодня. А, кстати, я вам сразу признаюсь и рассказываю. Я в нейтралитете, у меня нету той команды, за которую я очень сильно болею. Но, дорогие друзья, я просто попрошу на секундочку, вы должны это знать, вы должны это видеть. У меня просто есть небольшое доказательство того, что, ну, просто Петербург люблю. Но нейтралитет в командах, я ни за кого, я ни за кого. Пойдемте, дорогие друзья, мне будем немножечко мешать. Дорогие друзья, здравствуйте всех, я всех приветствую. Меня зовут Денис Байков, я новый ведущий медиалиги. Пришел пожелать вам удачи в этом матче. Спасибо большое, вы крутые. Все, кричим. Воу. Спасибо, спасибо. Братан, по чистилю войдет. Привет, пацан. Меня Денис зовут. Привет. Тебя как? Богдан. Классно, Богдан. Что ты не пожал? Красивые дети. Красиво. Что хотелось рассказать? Я новый ведущий Денис Байков. Я думаю, что мы будем встречаться чаще. Тебе 100% респект за то, что ты делаешь, потому что творчество твое крутое. В целом, очень люблю харизматичность настоящих крутых людей. Добрый, много времени занимает сразу, чтобы открылась память на поле у нас было. Приятное воспоминание. Давай, давай. Смотри, я с удовольствием. Им не показывай пока, давай. Пока смотрим сами. А ты видишь, что в руке держит? Почва. А, щупает почва. Да, да, это да. Это с этим приколом. Ты знаешь этот прикол? Да, конечно, конечно. Нет, да, кайф, да. Кайф. Давай покажем. Поэтому такое чисто приятное воспоминание, потому что сегодня будет матч. Как ты думаешь, как он пройдет? Чью пользу? Слушай, ну мне как одному из членов совета директоров, как бы, ФК-10, все ясно. Короче, я не буду загадывать, просто я надеюсь. За хорошую игру. Футбол хороший, да. Да. Нервный местами. Ну, в хорошем смысле этого слова. Нервы эти сильно не перехлёстывают. Да. Вопрос тогда один. У меня, как у новичка в этом деле, потому что, братан, я вот второй раз только на поле. Мне раньше не было в этом, и я не знаю вообще практически ничего, но посвящаюсь в это. Почему десятый? Ну, потому что этот. Этот номер, очень много легендарных игроков под этим номером играло. Вот, и решили, что мы целая команда легендарных. Круто, круто, круто. Тогда успехов, все да, получится, спасибо, все спасибо. Получится. Сегодня хорошая игра будет. Спасибо все, большое. Все, десятка вперед. Спасибо. За кого болеете? Чисто! А вы за кого болеете? Чисто Питер! Не, ну представьте свою команду, вы же болеете за них. За кого болеете? Десятка! Десять! Десятка! Десять! Десятка! Теперь понятно. Молодцы, молодцы. Так, у меня есть подарок. Может быть, кому-то надо? Надо. Хорошо, у меня есть крутой чехол с эмблемой вашего клуба. Может быть, он кому-то нужен? Кому-то нужен. Там соль будет в нем. Брайан, ну ты ж первый поднял руки, понял? Здесь побеждает тот, кто реагирует побыстрее, понимаешь? Поэтому, друзья, если вдруг когда-то в жизни, ну, кто-то что-то спрашивает, не стесняйтесь, поднимайте руку и говорите мне. Вот здесь, братан. От души. Посмотри, как тебе? Парк. Нормально?
Надо новый iPhone под него покупать. Вот, вот, видишь, как хорошо. Поэтому все. Все, вам успехов, удачи, наслаждайтесь матчем. Спасибо. Пожалуйста, ну покажи что-нибудь. Я не видел, чтобы девчонка профессионально, супер красиво, круто что-то делала. Я такой прям этот. Ну я попробую, конечно, но я не из этих. Мне сложно. Да, попробуй, смотри. Ой-ой. Смотри. Может, выйдешь сегодня? Не, это чуть попозже, мне потренироваться надо. Смотри. Давай, я тебя потренирую. Хочешь? Как сделаешь? Потренирую. Давай. Ножку разворачивай. О, так можно профессионально учиться. За кого болеешь? Слушай, я не могу за кого-то болеть, но я из Петербурга. Давай. Спасибо большое, мы еще увидимся. Ты крутая. Мы потренируемся. Налейте за десяточку. Паша, интервью, Паша. Прикольно, братан, тогда тебе, потому что работа у тебя такая, знаешь, ну, писать, то есть, ну, какие-то точки мысли, и ты ёк-чаёк себя отбиваешь, и всегда помнишь о том, что... Потрясающе, спасибо большое, Андрей. Спасибо. Прекрасно, там есть красный чай как раз. Отлично. Мы же пишем, правильно, я же не просто так отыгрываю. Потрясающе, спасибо. Всегда. Поэтому наслаждайся скайпу, всё. Всё, ну, погнали дальше. В натуре? Очень круто. Вы знали, дорогие друзья, дорогие зрители, о том, что если красный мяч на поле, то... Говори. То, если в случае пропуска нам... Короче, ребят, извиняюсь, не важно. Короче, красный мяч дает X2 в любые ворота. Он действует 3 минуты, и еще десятка не воспользовалась своим преимуществом 12-го игрока, поэтому... Поэтому победа будет с нами в сегодняшнем матче. Спасибо большое. Команда же осталась в лиге. Их матчи будут. То есть, ну, она не вылетела. Да нет. С точки зрения организации механики, механической организации, да, вы организовали замечательный стадион, исторический, большой, легендарный стадион. Смотрите, все вокруг растет. А чего вот не хватает, по-вашему? Очень четкий регламент. Должен быть понятен всем абсолютно. Но, как мы знаем, что любое, даже ну, небольшое, незначительное поражение, это все равно рост к чему-то более сильному. На это все хотелось бы, знаете что, вручить вам крутой, приятный подарок, который немножечко просто вас порадует. Так. У вас 14 айфон? Я не знаю, какой, я не разберусь. Ну, в общем, айфон есть, слава богу. Угу. Ну, если вдруг что, то в следующем матче мы же с вами все равно увидимся. Да. Скажите мне, пожалуйста, какой нужен будет. С большим удовольствием вам спасибо вручаем. Большое. Здесь у нас Денис, вы. И что вы щупаете, как видите? Что это? Это почва. Это почва. Прощупываем почву, все получится. Спасибо большое. Привет. Спасибо. До скорых встреч. Чисто по-петербургски. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Вам понравилась игра? Мне понравилась. Мне понравилась игра. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишите, напишите, что вам понравилось. И, конечно же, смотрите, дальше будет интересно. Like a drunk doll, so behind the times, they should probably rock a sundial, shattering their dreams, I can make